Привет, дорогие друзья! Этот ролик такой забавный получился. Не такой длинный, но больше забавный. Итак, внимание! Среди коллекторов появился специалист, который знает, как писать пранки. Итак, внимание, слушаем и смеемся. Ждите соединения. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну? Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, я правильно понимаю, это вы? Понимаем, правильно. Это вы, да? А вы кто? Вы что, не фамилия, отчество, не понял? Да, кто вы? Ну, вы стесняетесь, да, называть? А? Я вас спрашиваю, говорю, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, вы мне ничего не ответили. Вы стесняетесь, что у меня фамилия, отчество? Я у вас спрашиваю фамилию, имя, отчество. Вы же мне звоните, да, тут пытаетесь? Да, мы вопросы задаем. Да, кто вы такой? Так, только после вас я вам уступаю. Ну, я тогда я оставлю за собой право выбирать, как к тебе обращаться. Я буду обращаться к тебе, лузер. Да? Да. Ну, вы можете обращаться. Слушаю тебя, хотите, лузер. Но... Отлично. Ваше разрешение мне не считается фактическим. Вы, давай, привыкли, давай, вы привыкли звонить и высказывать свое мнение, а также высказывать свои жизненных интересах, они не интересуют никого. Ты сумасшедший, что ли? Ты же мне позвонил, ты что? Понимаете, вы сейчас звоните, ты что куришь вообще? Пытаетесь охарактеризовать сами себя непонятным образом, вы как себя чувствуете, хорошо? Чувак, ты что куришь? Ты же мне позвонил, не я тебе. Мне делать нечего. Вы значение данного слова для начала выучите, чтобы его употреблять. Какого? Чувак? Которое вы употребили сейчас. Чувак? А, лузер? Лузер — это неудачник. Человек, не знающий себя цену. Скорее всего, я думаю, что на сегодняшний момент продуктивнее вам узнать по данному вопросу, понимаете? Вам по какому вопросу? Что ты загадками говоришь? Что думаешь, так умно выглядишь? Я абсолютно, абсолютно. Да говори нормально, что ты тут выбрал официальный тон? Если бы ты на официальной работе работал, другое дело, ты работаешь в чмошной компании под названием Эверест. И что ты тут мне пытаешься накатить? Не укакайся там. Для интернета стараетесь, Совершенно верно, красавчик. Тут ты догадался. Для интернета стараетесь. Ага. Вы же сами себя только понимаете, что вы не за себя пускаете до плинтуса, понимаете? Да, что-то я не заметил. Теми же самыми разговорами. А я что-то не заметил. Надо да, если бы вы да. имели, если бы вы конструктивно умели создавать пранк и пытаться вывести человека на эмоции, это было бы интересно, понимаете? А вы делаете все непрофессионально. Вы просто выпалили всю информацию, вот высказали и все. И ждете какого-то, и ждете чуда, которое какое-то должно произойти. Да, чудо. Ничего не произойдет. Сегодня у вас не получилось. Учитесь читать умные книжки. До свидания. Давай, не кашляй. Друзья, я с уважением отнесусь к вашему мнению, получилось у меня или не получилось, хотя я тут особо действительно и не старался. Я вообще никогда там не стараюсь, там из себя не лезу, у меня всегда импровизация чистейшей воды, как вы заметили. Как они себя поведут, так, собственно говоря, и диалог формируется. Ну, мне кажется, судя по активности на моем канале, чаще у меня получается. Не знаю, посмотреть бы канал этого придурка, есть ли у него вообще что-нибудь из разряда а-ля творчества, но надеюсь, что нет, кроме как вот прийти на работу на свою гнилую и сидеть там людям мозги парить. Ладно, здесь, как говорится, все от человека зависит, от того человека, которому он позвонил, вот он и либо ему подобные. И если уж человек, конечно, своим выбором оставил подчиняться вот этим вот идиотским требованиям, да, которые он даже не смог мне высказать, понимаете, да, вот чувствуете, да, момент, это я сейчас для тех, кто недавно на нашем канале, можно просто дать понять, даже не произнеся ни одного слова в противовес ему, что он уже проиграл. Так вот, я призываю вас всех оставлять их в проигрыше, и это легко сделать. Подписывайтесь на наш канал и смотрите, кто не умеет, учитесь. На нашем канале и не только мои ролики, а еще и ролики наших подписчиков, многоуважаемых авторов, которые регулярно публикуются, и вы можете совершенно отчетливо давать оценку всему происходящему, да, с коллекторами, с нормальными людьми, которые понимают, что их бояться нечего. Ну и я всегда
в комментариях к своим роликам, чаще всего обращаюсь к людям, которые недавно подписались на наш канал, а таких достаточно много, в месяц около 1000 человек новых приходит, это такая у нас статистика. А понятно, кто-то и отписывается, это их право, но динамика такая, если вы проследите, в месяц порядка 800 новых подписчиков к нам заскакивает, а кто-то просто поугарать, что называется, а кто-то действительно получает пользу. Мы видим это изо дня в день, к нам приходят новые клиенты, и в том числе с канала, с нашего, либо по рекомендациям. Ну, так или иначе, клиенты приходят, потому что они понимают, что что-то здесь такое особо интересное. А на самом деле, что интересно? Да подход. Подход такой неординарный, не совсем стандартный. То есть мы преподносим совершенно в бесплатном формате информацию, которая действительно стоит денег. То есть уже даже подписавшись на наш канал, регулярно слушая ролики на этом канале, вы совершенно спокойно сможете поменять отношение к этим коллекторам. А для нас это самое важное. Человек должен перестать бояться. Мы очень любим тех клиентов, которым не надо по 100 раз объяснять, что время бояться прошло. Люди, как правило, заходят к нам в клиентскую базу уже подготовлены. Нам не приходится им, ну, в большинстве своем объяснять, что вот коллекторов не нужно бояться, что ситуация с банками не такая на самом деле, как вам ее рисуют сами банкиры. Но если вы в какой-то степени еще хотите убедиться в этом, то я вас направлю в описание этого либо любого другого ролика на нашем канале. Там есть ссылочка на наш сайт. А на сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Что сколько стоит, сколько мы будем работать для вас, что мы для вас сделаем. То есть это не какие-то там непонятные цифры, а все выложено в совершенно нормальном, понятном, с минимумом юридических терминов видеоролике. То есть вы поймете, я вам гарантирую, что мы для вас сделаем и сможете взвесить все и принять то самое верное решение наконец-таки. Ну а те, кто давно на нашем канале, я вам предлагаю поставить лайк, репост, пожалуйста, в соцсетях, как мы уже привыкли с вами. Кто еще не успел подписаться на нашу группу ВКонтакте, пожалуйста, поскорее делайте это. Ссылочка в группу в описании тоже ролика. Ну а я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия и финансового здоровья, друзья. До свидания.